Здесь вот и песочек можно. Можно, можно. Нужно, нужно. Можно, можно в Африку пройти. О, так тут, о, тут вроде как вообще класс. Вот здесь вот мы и. Все, можешь держать. Ну, главное, вот этой рукой не это самое. Ага. Основная держка вот, вот тут. Все. Вот. Оксана готовится. Привет. К заплыву. Все, сезон у нас открывает. Сегодня 1 июня. Все. Так. Готовимся. Готовимся. Морально. Морально. Морально, физически и вообще. Группа поддержки. Тадым-тадым. Давай. Мы с тобой, мать. Оп, да. Сейчас я это морально настрою. Еще бы, еще бы. Это же не каждый может вот так вот. В такую холодную воду. Если нам стыдно станет, мы тоже пойдем ноги поручим. Мне уже стыдно, что я в одежде стою. Я это, Оксан. Оно, наверное, снимает, но красной нету, вот просто это, да? Черненький квадратик. Да, черненький, ну вот как есть, вот так, да, и стою, все. Да. Так и стою. Красная моргает, все. Первый пошел! Вот это да! Вот это Оксана наша. Вот это наша моржиха. Что еще тут скажешь? Супер, супер, супер. Супер, Оксан, молодец. Здорово. Мы это сделали. Оксана это сделала. Мы гордимся тобой, Оксан. Мы гордимся, мать. Молодец. Суперански. Это что-то. О, а вот сейчас класс. Уже можно дышать. Вот же сказала, сделала. Ой. Красота. Вася, я не Вася, все равно прошу. Вот, я... Ладно. Если холодно, Оксан, если холодно, то это можно и на потом оставить. Но там очень холодно. Да песок еще, видишь, как тут. Он и в третий раз ходил за елкой и добыл ее. Но дело было весной, а он отнес елку назад. Так, пошел второй заход. Это уже легче. Здорово. Супер. Классно. Ноги, конечно, видны. Ну, здорово. Такой адреналин. Такой адреналин. Здорово. Спасибо. Отключаемся? Да. Прости меня, Рая. Так я же тоже отсюда могла это. Уже больше ничего не надо. Ну. Ой. Зуба. Ты на ровном месте, Маша. Ой, не говори. Наша водичка успокоилась после моего омовения. Все
Сезон открыли. Сезон открыли, тепло, хорошо. Чайком балуемся. Ну, если не считать Ригу, то первый. Берите, девочки. Ну. Да, что-то как-то припозднилось. Что-то как-то в этот раз припозднилось. Потом, Риги, ты ж только ножки помочила. Ну, да. Ну, так же, как Валя, мы купаемся. О, тебя, красавицу. Сниму для истории. 1 июня искупалась дважды. Было 3 захода, но дважды искупалась. Сидим. Это только группа поддержки. Ага. Побоялись залезть даже в воду. Сидим, балдеем. Мы тут. Ну. Тут, так, кому привет, еще? Привет. Сейчас Оксане передадим. Ой, не, не хочу. Я уже что-то так наелась своей правильной еды. А у нас в этом году сейчас, с августа, новые дети из одной... А, ты снимаешь, что ли? Снимаю. А ты кого снимаешь? Нас? А я вас всех снимаю. Я просто хочу это самое, реплику кинуть. 2019 год. Норвегия. Девушки сидят. Нирванец с себечками. Короче, семечная нирвана не убийственна никак. Это надо было добраться до этого самого, в горы темные, в леса, болота длинные, чтобы сесть, грызть семечки. А я, знаете, всегда мечтаю, чтобы вот сидеть вот и грызть семечки, и плевать вот так прям, чтобы не думать, что насоришь или что-то. Прям вот раз и вот так вот. Ну, Валечка, все свои, все поймут. Валя так культуру собирает. А, ты не плюешь, да? Я тоже собираю. Норвегия все-таки повлияла. Значит, об этом не мечтали. Нет. А я мечтаю. Ну, ты не Оль, ты же лучше. На тебя еще не повлияло. Шнурим все мозги. Ой, все успокоилось. Представьте, такие эти самые. Эти лодки с викингами. Да. Добычи. Бежим, девчонки! К ним или от них? Ну, об этом мы помолчим. Молодец! Я об этом не подумала, что можно в другую сторону бежать. Конечно, к ним приветствовать. Так они ж голодные, Валя! Поесть. Да не твоими семечками. Семечками, да. Чего? У нас полно тут всякого. Да. Вкусненького. Соня. А, тут кругленький такой, как вот этот. Ну такой, по-моему, это не кругленький, но. Какой? Ну да, по-моему. Сейчас ну мой тоже подходит ей. Вот такой. Ну замечательно, пусть да. Это пусть питается. Хорошо, пока. Ладно. Спасибо. Пусть у меня тут есть еще. Вот ведь сервис. Ну, если что, у меня, я просто еще, я же готовилась, у меня еще пауэрбанк есть с собой. У Оксаны на все случаи. У меня даже сникерсы, блин, и дезодоранты, и на все, что ты... И не умрешь, и спать, и жрать, и тут все есть. Так, домик на колесиках. Девочки, смотрю, пока чисто. Чисто. С той стороны, что там тоже чисто. Чисто. Все. Все мы там закрыли уже. Да, оно автоматически закрывается. Как только ты стартуешь, так сразу и закрывается. Ой, ну все, время 6 часов, смотри-ка. Ой. В 12 уехали, ну мне это хорошо, да? Ну пока доехали, 5 час мы, да, мы приехали, потом 5. Подожди, девочек. Помнишь?
еще торт надо сегодня сделать и паштет на завтра. А еще ж муж завтра собирается на репетицию. А там, блин, там какой-то, блин, ягненок. Там лет. Тут специально что ли собрали все рецепты со всего мира, да? Да, вот. Я так думаю, что это самое. Ну, мне кажется, что они как бы показывают, что как мы можем питаться, да. Так, кто-то там кого-то обгоняет. Ну, сейчас мы дадим ему кусок. А, пускай проедут. Это наши, да. Наверное, обогнали. Да. Ехай. Ехай, родной, ехай. Просто дается вот как можно вот так и так и так, потому что некоторые вещи я вообще, допустим, для меня было сочетание яблока, натурального йогурта и канель. Как канель по-русски будет? Корица. Яблоко вот. С корицей я всегда запекаю в этом микроволновке. А я корицу вообще на дух не переношу. И, ну, я все-таки себя заставила. И это самое, для меня было удивительно вот свежее яблоко с этим натуральным йогуртом и вот корица, это так вкусно. Именно вот это сочетание. Опять же, ну, скажем так, есть некоторые сочетания, которые для меня несколько спорные, но все равно я пробую все. Но муж у меня, майонез мы не кушаем, сметану мы не кушаем, ничего такого не кушаем, и поэтому что-то сделать, особенно все эти заливки в салаты, масло он не любит, никаких уксуса, ничего, это, конечно, для него. Поэтому вот этот салат, который я делала, то есть я его сделала сухой, а заливку он не воспринимает как этот. Поэтому заливку я уже себе с собой взяла. Поэтому если там еще. Вот если оно еще в готовом виде, еще куда не шло. Ведь нужно это готовить до сада. Да. Там, собственно, есть и домашний майонез, но как-то странно. Я говорю, вот хорошо, ты у нас майонез не ешь. Но ты же яйца ешь? Ешь. Растительное масло ешь? Ешь. Горчицу, ну, горчицу не очень, потому что горчица входит в состав майонеза. Там соль, перец, ну да. А почему майонез ты не ешь? Так и получается все в составе майонеза, то, что он ест. Да, и получается все, что это самое, но он это не ест. Красные ворота все время с двух сторон. Вот эти камни, они почему-то красные. Всегда вроде как проезжаешь через красные ворота. Боже, вот откуда, да? Ладно. Может, какой-то, знаешь, этот самый, я не знаю, железняк, я абсолютно в геологии не разбираюсь, какой-то тип камней. Сколько разновидностей вот в одном этом таком маленьком месте. Такие. Я вот все время, когда вот в этом куске вот еду здесь, у меня все время возникает ассоциация вот по этому фильму, по «Властелин кольца», когда они там по горам, по долам где-то шастают. Вот что-то такое есть, такое мордорское, эльфийское, не знаю, какое, тролльское. Конечно, сплошные горы. Вот, а тут камешки уже зеленые. Мне самое интересное, как на таких скалах, да, деревья растут, и как они там подпитываются. Там горные эти озера, наверное, скорее всего, да, ведь вот там эти. Там на самой верхушке, да, там как бы вот знаешь, то, что прошло вниз, как бы, да, вода идет. А тут как они. Знаешь, прям как судьба человека, куда занесет, а там и выживаешь. Может быть. Вот, потому что воды там достаточно, в общем-то. Насчет воды. Они же на камнях растут, поэтому я вот. Поэтому они очень часто и сваливаются. А сосны, они же идут как бы по этому самому
по поверхности, это вот яблоня вглубь уходит, там, допустим, а сосны, вот если вот везде посмотришь, они так раз и повалилось, потому что вот корни поверху распределяются, поэтому они чаще всего и падают. Дубы те стоят, ух! Многолетние. Да, там до сотни лет. Кстати, вот было бы классно, если бы вы съездили на Юмфрлан. Там есть такие дубы, огроменные, толстенные, притолстенные. То есть я так думаю, что они еще это просто вот за царя гороха. Да, потому что вот 6-го, что ли, там вообще целый день обещают дождь. А наши товарищи приезжают только вечером, 5-го.